Как думать о работе, чтобы работать захотелось? Главное, что нужно думать, это что у вас не тупой труд. Вот если вы понимаете, что ваш труд – это интеллектуальная штука, а в любом труде можно его сделать умнее, сложнее, так сказать, продвинутее. И как только вы думаете про это как про интеллектуальное упражнение, про свой труд, что интеллект же обогащает, товарищи. И вот как только вы, значит, подумаете про свою работу, как про способ прокачать, так сказать, свою машину мышления, сразу становится очень качественная и работа, и обратная связь хорошая, понимаете. И вы себя чувствуете, не то, что вы вот какой-то там винтик в машине, а вы чувствуете себя созидателем, создателем. И если так думать, то любая работа будет в радости.